Итак, внимание, это Алия, ей 2,9. Ну покажи, как ты у нас делаешь, как ты у нас прыгаешь. Маленькая ты моя, животик твой пушистый, а? У всех, в общем, ножки уже очень слабые, у Хавьера вообще уже просто плетутся ноги, а вот это прыгает. Покажи, как ты спускаешься. Я убрала вам все сверху, а ты все равно вверх идешь, да? Малышка ты моя, малышка ты моя. Так, Дейзи, погуляй, сейчас пойдем домой уже. Алия, донечка моя маленькая. Ой, чего вы тут все распотрошили? Ходит по своим делам. Моя Алия. Моя Алия, милая. Ты моя девушка. Ты моя хорошенькая девушка. Как у тебя дела? Рассказывай. Рассказывай, ты моя Гулёна. Гулёна, ты моя негодная. Гулёна негодная. Иди, иди. Гектор сюда поднялся. Вон я им вот эту штучку, коробочку спустила. Гектор, ты такой лизун у меня. Ты что такой лизун на старость лет стал? Какие же вы классные, а? Какие вы классные. Айзелька, Айзелька, как мы вылечили тебя, да? И вся плешка заросла. Заросла вся плеша. Ну ты чего? Ну ты чего? Гектор, мой малыша, мой маленький. А ты негодница, только и норовит убежать. Айзель, Алия, то есть, хватит. Ну почему ты такая, а? Гулящая у меня. Почему ты гулящая у меня такая? Почему ты у меня такая гулящая? Проныра. Ты посмотри, какое у тебя поведение, а? Поведение гулящей бабы. Маленькая. Ух ты, проститутка. Не, ну ты посмотри на нее. Ставишь, опять она идет. Все за свое. Думаю, сейчас другую дорогу найду, да? Вон Гектор сидит дома один. Алия, ну... Ну, красивая, красивая. Все уже знают, какая ты красивая. Все знают, какая ты сладенькая девочка у меня. И ты ж надо так по щучку... Надрессировать. Это вы меня надрессировали, да? Лапочки вы мои. Маленькие вы мои. Хорошенькие. Как я люблю вас. Мои вы лапоньки сладкие. Какие же вы пушистые, мягкие. Такие веселые. Ой, негодники. Ой, негодники. Опять она ко мне сюда. Ну ты посмотри на нее. Так, все, закрываю. Плохо себя ведешь. Плохо ведешь себя. Пойдем посмотрим, как у Сладочки дела. Сладочка у нас все-таки операцию перенесла. Давай, давай, заходи. Алия, Алия. Ну что это, а? Алия. Покажи лучше, как ты залазишь сюда. Покажи. Покажи всем, как залазишь сюда. О, 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 о. Молодец, 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 моя девочка, акробатка. Вот в 2,9 только так лазит. А эти уже все. Молодец. Умница. Умница. Ну вот как тебя не любить? Ты прям... Гектор, какой ты красивый, сынок. Какой же ты лапочка. Какой у тебя нос дурацкий. А, сидит, зарылась в майке.
Ты где, сладочка? Ты где, моя девочка? Покажи, как у тебя там заживает все. Покажи, как заживает. Девочка моя, еще пару дней. Пару дней поедем снимать швы. И все, переедешь ко всем в клеточку. Моя ты девочка, моя ты сладенькая. Сладочка, сладенькая сладочка. Ой, какие швы у нас, ой, какие швы, ой, какие швы. Обрили уже зэка. Ну ничего, ничего. Зато опухоль убрали какую, да, моя девочка? Да, моя Халёся, убрали опухоль. Какая огромная была, да? Скажи, вот что ты мне тут все распотрошила? Почему ты не кушаешь корм сухой? Вон все высыпала. Ты же девочка моя. Маленькая. Мартышка ты моя, Мася. Болит у тебя, да? Болит? Ну ничего, ничего. Все пройдет сейчас. Все будет хорошо. Надо закрыть, чтобы ты не выпуталась оттуда. Так, а это что? А это что такое? Что это за крыса тут бегает? Дейзи? Дейзичка. Ну, хватит уже гулять. Так, посмотрим, где Пабло. Я думаю, он здесь. Угу. В своем излюбленном месте. Ну, все как всегда. Пухляш. Пабло. Малявка ты мой. У тебя свои места, да, излюбленные есть. Ах ты мой жердяй. Ах ты мой жердяй. Чего ж ты такой кабан-то стала? Все, давай, заходи, иди отдыхай. Я тебя не трогаю. Еще полчасика можно посидеть. Угу, все. Так, Дейзи, 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 ты где? Пабло, чей нос? Чей нос? Ну, посмотри на них. Что это такое? Морды.